утро. Мам, нас еще встречает наш вчерашний арбуз. Да. Мы уже вяжем. Папа, ты Антоха видел? Сейчас в садик. Папа, а ты видел, какой мы вчера? Модные штаны. Что за арбуз? Да-да-да. Будем кушать завтра, сегодня вечером. Все, поехали. Давайте, мальчишки. Мальчишки, девчонки. Пока-пока. Пока, пап. Этот, Риш, ты не забыл, что я тебе сказал сделать? А что еще? Ты уже в окошке, сынок. А, ты поехал? Пока, сына. Мам, а угадай, какая есть песня? Не знаю. Тогда я не знаю. Это просто песня «День и ночь». Да? У нас тут уже с утра бегают тучки, прям гремит гром. Небо такое темное. Хотела вам показать полянку. Представляете, месяц назад мы только косили траву вот на Антохе на день рождения. А сейчас у нас здесь утром вот раскрывается вот эта вот желтенькая, похожая на одуванчики. И вся полянка вообще, и березка тоже раскрывается. Смотрите, какая красивая. Полянка у нас теперь. Утром она вся в цветах. В белых и в желтых. В общем, очень красиво. На завтрак у Григория яичница, да? Если мама когда-нибудь, когда я вернусь из школы, не будет, я могу сам пожарить. Мама, прикинь, потом я и пиццу научусь. Да, если у меня есть много колбасы. Опа! Да? Вся яичница готова. Гриша любит такую, чтобы макать, да? Хлебчиком. А Фонька любит такую вот с сметанкой, просто хорошо поджаренную. Вкусно? Нет, ну у тебя жиденькая, а у Афони не жиденькая. Ну давайте, я пошла тогда работать, вы завтракаете, хорошо? Что там такое? Покажи, сына. Жучок? Афоня спас жучка. Он в воде был, да? И ты его спас? И что он тебе сказал? Скажи, жук! Ну что там жучок делает, сынок? Спит? Так ты его укрыл? Нету? Так надо искать. Так ищи. Чего там, жопка зачесалась? Тут такое солнце. Нету. Хорошенький Гриша выбрал, да? Гриша, арбуз! Афонь, как тебе арбуз? Вкусный? Скажи, классный. Боже мой, какая прелесть, какая прелесть. Это твой телефон? Сегодня по телефону. Это телефон, бабушка. Ты видишь, как он умеет рисовать? Да, да, да. Так, дорогой, надо смотреть вперед, а не по телефону болтать. А? Да. Да. Ага. Благо, у дедушки Саши нету телефона, да? Юрочка, там же телефон же подключилась.
реально. Да, задом смотрит, да? Да, он так аккуратно, знаешь, так вот хорошо рулем прям крутит, вот правильно. Заходит, заходит и гремит опять гром. Тут виноградик спеет, смотрите. Какой уже красивый. Ну, к сентябрю, я думаю, должен поспеть. Где больше солнца, здесь он намного синее, вот красивее. Вот желтеньких уже нету. Вот он только утром этот цветочек подцвел, вернее, это трава. И это. И все уже закрылось. А березка до сих пор цветет. Беленьким. Чего? Мама, я очень страшно. Ой, крышка. Аккуратно. Ты что, смотри, руки грязные. Ты что, с костра взял эту палку? Иди теперь помой. Ну помой, они же сейчас... Все, ты сейчас ими вымажешь, сына. Нет, это нормально. Что, ты готовишься к зиме, сынок? Надо закаляться. Но потом прыгнул на снег. Да? Угу. О, как холодно будет. Да? Смотри, вся спина будет черная. Нормально. Иду искать Афоню. А где мой сына? Выходи давай сюда. Он же тут в палисаднике копошится. Ты чего тут делаешь, сынок? Что, ты тут дерешься? Что тут? А ты косишь траву? Да. Так ты выходи не сюда, пошли туда косить, возле Женевки. Пошли? Да. А, выйти хочешь? Да. Давай. Сентябринки хочет кто-то? Да-да. Дедушка? Да. Передавали. Так, будем сейчас пловик доедать. И помидорки мама нам вырвала, а Гриша убрал свой. Ничего понятно? Нету, майонезик есть. Майонез. Или сметанка. Майонез. Это, а Гриша же убрал свой урожай, да, сынок? Редиски. Угу. Молодец, сынок. Вот это было самое крупное. И сегодня... И вот это. И взошла еще новая, да? Сошла еще давно? Скажи, ты куда собрался? На улице? А что там на улице? Дождь? Пошли покажешь, где дождь. Потому что Афоня в комнате вообще сидеть не может, да? Сам уже себе сапоги. Ты пошел гулять? Что, намочили машину? И ветер у нас тут, и дождь, да? Тучка набежала и сразу все побежало. Сонечка. Что, Сонька? Мам.
А что не будет? Антоша, иди рассказывай. А Маргарита, ты там хоть видел сестру родную? Что она там, сестра? Не знаю. Я со мной только другая. Кто? Я у тебя. Антоша, я у тебя. Сыночек, у тебя работа? Да ты мой хороший. Молодец, работаю. Сестра, а? Фоня кормит барашка. Вот так они кушают? Ам-ам? Скушали петрушку? Что тут у тебя, сына? Да вот, корабль. Еще один. Мам, случилось какое-то чудо. Мам, кстати, если этот корабль вам идет ко дну, у него здесь вот это приделано, чтобы он, если пошел ко дну на низкой глубине, чтобы на них остановился на палках, полностью не утонул. Понимаешь? Угу. Вау, вот этот тоже, да? А главное, что они плавают. Вот это, что сюда чуть-чуть воды, это не важно, да? Угу. Это же плод. На нем такое всегда. И поплылся, да? Так, у меня тут уже томатик прям кипит, закипел. Я его вот протерла. Добавила сахара прям побольше, чем больше сахара, чем соли, перца горошком. И, в общем, это все теперь такое, в общем, по вкусу, как мы любим. То есть он и не сладкий, и не кислый. Такой кисло-сладкий, вкусный томат. Так, чтобы можно его было потом пить. Сейчас буду закатывать. Я тут уже себе тут все приготовила. Баночки намыла, принесла. Вот буду ковшиком наливать. Вот сюда кастрюльку, чтобы сюда баночки ставить, крышки. Что это? Закаточная машинка вот эта вот у меня, она самая обычная, ей уже 4 года, или даже 5, мы ее там еще покупали, когда жили. В общем, не знаю, что здесь написано, кредмаш. Ой, мухи кусаются уже. В общем, она вот такая вот уже рабочий вариант, в общем. Сейчас буду все закатывать. Я сейчас еще закатала, в общем, я томат. Сейчас буду делать пирог, потому что пропал бы творог. И вот это вот вчерашнее, что-то типа сыра Филадельфия. Я все сюда. 4 яйца. Ну, можно было, наверное, и 3. Что-то как-то жидковато получилось. В общем, здесь примерно 500 грамм творога. Немножко вот этого вот с яйцом уже типа сыра Филадельфия. Сахар. Все это блендером. Он погружным все сделала. Здесь сделала что-то похожее на крошку. Здесь сливочное масло у меня растопленное, 200 грамм, наверное. В общем, тоже пособирала остатки там и масла, и маргарина. Все в кучку взвесила, 200 грамм получилось. Полстакана сахара и еще 2 стакана здесь муки. Получилось, в общем, все взбила миксером. Такая крошка, сейчас ее разделю на две части. Одну на низ, потом залью вот этой вот творожной смесью. Добавлю сюда какие-нибудь ягоды. Сейчас что-то поищу в морозилке. И сверху опять этими крошками, и будет вот такой вот пирог из того, что было в холодильнике. У нас же тут еще коптилка коптит рыбу. Вспомнили мы. За коптилку. Ух ты! А тут что, Афанасий? На коленях. Ты стреляешь? У вас лампочка. Лампочка Ильича. Хочу сменить. Смотри, какая лампа у них. Оба. Бомба, как лампа. Да, огромная. Сижись, ну что там рыба? Ну сейчас прогорит уже все, видишь, дымит. Угу. Там же еще сало. Ух ты, а вы хотите жареным хлебом?
А вон бережа. Дадите попробовать? Вон там. Вот. Можно? Да. Мам, будет? Буду. А где Гришка? В комнате. Че он? Пошел смотреть. Мам. Хочешь посмотреть? Это как в сказке, да? Рыба в каком-то этом, да? Все, она уже готова? Будет остывать? Прилипла чуть-чуть, да? Василюха! Не понимаешь? Что-то он не фурычит, да, Афон? Хорошо, плотные кусочки, иначе прожаришь. Он только по гитаре, Афон. Покажи, как надо правильно. Афон, покажи. Да не увидит, так он застывает. Я уже остываю? Да, вот так, да, да, давай. А, понюхай как. Даже решеточки типа оставались. Да, палочки, полосочки. Тихо. Что, лес какой-то? Нет, не косишь. А когда ты будешь косить? Коси и забивай. Ты завел? Да. Вы будете вы старые, я вот тоже. Ну так будет. Так что я тут сюда положил? Целиком добра. Кстати? Целиком! Ну чё? Прикольно. Гриша, что случилось? Зуб шатается. И ты хочешь? Афонь, ну как тебе рисунок? А кто это нарисован? Расскажи маме. Кто это? Ты? Афоня! Вот ты, смотри. Афонь, смотри. Привет, да? Давай, рисуй, мама. Нарисуй колбасу. Это колбаса? Только ты сразу аккуратнее, вдруг он кофе. А что кажется? Хорошо, аккуратнее. Рыбку нарисуй. Мне кажется, в два часа. Рыбка в аквариуме, да? Пап, все! Да? Мам! Вот, вот. Кто? Кто? Он сильный бог, знаешь? Бог? Да. Знаешь? У него такие усы. Уши? Так, ну что, рыбку мы съели. Я еще делала вот печеночный тортик из покупных блинчиков печеночных. Вот же этот творожный пирог. Не знаю, правда, что получилось. Завтра обязательно попробуем. Так, ну что, уже села выставлять видео. В общем, всем до завтра. Всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши пальчики вверх, за то, что пишите комментарии, подписывайтесь. В общем, всем пока-пока.